Здесь или здесь? Нет. Здесь. А я без микрофона. Сюда. Добрый вечер всем, кто присоединился к нашей пресс-конференции. Завершился матч Единой лиги ВТБ от Смоки Минск и Енисей Красноярск со счетом 74-81. И с нами главный тренер Енисея Дражин Анзулович. Пожалуйста, ваш комментарий. Поздравляю мою команду. Это очень важно. Очень важна игра за мою команду. Я очень горд, как мы играли первые две четверти. Ali tako, очень мене стид, как тренера, šta moja команда играла u trećom i četvrtom četvrtu. Это не серьезно. Это менталити очень плохай. И kad ga проиграш 17 мечи u trećom i četvrtom četvrtu, i to stid za mene kak trener. Možno? Хорошо, понимаешь? Давай. Может, по-английски, если хотите? On English. Если вам так лучше будет. I tell to you everything. I don't need it more. Okay. On English? To repeat? No. No? Everything is okay? Okay. Thank you very much. С победой. Спасибо. Понимали свои по-русски, что я сказал? Вы понимали там, что я сказал? Спасибо.
продолжаем нашу пресс-конференцию. Во второй части с нами главный тренер Чмоков Ростислав Аргун. Пожалуйста, ваш комментарий по игре. Начинать настолько безобразную игру дома. 8:29 мы проиграли первую четверть. Рассчитывать на положительный результат, играя так провально, такой отрезок времени, наверное, не в этой лиге. К сожалению, мы не можем в одной игре, скажем так, стабильно найти 5-6 игроков, которые сыграют выше своего среднего уровня. У нас постоянно 2-3 человека максимум, поэтому это тоже очень сковывает нас и лимитирует в нападении. То, с каким характером и желанием ребята сражались во второй половине, здесь снимаю шляпу. Как тренер должен сделать свои выводы, свою работу над ошибками. Но повторюсь, играть дома нужно так, как мы это сделали во вторые 20 минут. Соперника поздравляю с заслуженной победой. Желаю удачи в их тоже непростом сезоне. Считаю, что 1-1 в этом сезоне с Енисеем справедливый итог.